Теряю сознание. Не теряете вы сознание. Реально. Так, шум. Ничего не теряйте. Голову вниз. Так. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина. Терпеть не могу сдавать кровь, поэтому, ну, на всякий случай, на шатырь приготовьте, пожалуйста. Так, значит, на шатырь вы берете, придется в другую руку, или я вам сюда положу. Ага, так. Хорошо, вот здесь, да? Только его мы не близко к носу, вот такими движениями, просто я буду занята вами, значит, вы просто берете и сами уже. Ну, вы же понимаете, если рисочки. Я начну терять сознание, даже не вспомню, где эта штука. Нет. Во-первых, вы меня предупредили, я буду на вас смотреть по-любому. Уже мне будет видно, плохо вам или нет. Все, я вас буду спрашивать. Всегда мечтал так вот на видео записать, как у меня забирают кровь. Господи, зачем? Зачем? Да. На память, так сказать. Потом показывать детям. Воу, я уже даже отсюда чувствую нашатырку. Ну вот видите, значит, вы сознание уже не потеряете. Сильно, крепко. Сильно, давайте отодвинем немножко. Потому что тоже крепко. Вы знаете, я буду... А давайте мы сделаем таким образом. Так. Так, я все приготовила. Вот вы сейчас подышите. Вот. Нет, это крайне редко бывает. Нет. Когда я падаю. Вот смотрите. Последний раз было в школе. Я потру вам венчочки. Вот и все. Все. О-о-о. А теперь отвлекайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Наслаждайтесь жизнью. Да. Я хочу рассказать, пока это все будет происходить, как отвлечься называется. Нужно рассказать историю. Как фамилия ваша? Я запишу пока что. Фаршатов. Фаршатов. Итак, каким образом здесь оказался? Почему я вообще сдаю анализ на бролиоз? Потому что мы снимаем... Я вас на секунду перебью. Да. Я прошу прощения. Значит, наша задача – работаем кулачком. Не вот так, а вот помедленнее и вот посильнее, чтобы веночка напряглась. Да? Все, да. Можете дальше беседовать. Ага. Кулачок зажали. Теперь можете мне рассказывать все, что угодно. Угу. Ну так вот, значит, мы снимаем телепередачу о путешествиях. Угу. Называется «Звуки всюду». Снимали лет 5 ее уже. Угу. Ищем звуки. Угу. Значит, в разных странах были, то есть стран, наверное, 25 объездили. Какая у вас интересная жизнь. Очень интересная жизнь. Так, все, не двигаем, все, сидим вот так. Окей. Кулачок зажал, все. Да. В общем, объездили около 25 стран. Угу. Так, комарик. Все. Вот. И никогда проблем не было никаких. Вообще, ну, с точки зрения клещей. И тут угораздило нас начать путешествие по России. И одно из первых наших путешествий, оно пришлось на Республику Башкортостан. Знаете, где это находится? Так, сама там не гостила. Ну, там, где мед самый целебный, самый вкусный. Вот, и, значит, мы пошли туда в леса, долго шли к водопаду, красивому невероятно просто. И там вот два клеща на меня сели. Сели два клеща, я даже не знал, что они на меня сели. То есть я пришел в гостиницу. Как пахнет, на шатырка сильно. Кулачок все расслабили, все. Так, ну что, вы не побледнели. Какой был красивый, такой остался. Вы действительно так считаете? Я не бритый после перелета. Но мужчину любого украшает небольшая небритость, щетина, да, так скажем. Ой, давайте на шатырочку понюхаем на всякий случай. Ну вот, я только сказала комплимент. Это вы, наверное, так на комплименты реагируете. Ну давайте. Так уже все закончили. Ну, вы знаете, что это постфактум приходит. А вы сами-то откуда? Город Уфа. Угу. О, реально, вот голова кружится немножко. Кружится. Значит, держим теперь так. Давайте, да, вы побледнели, голову вниз. Вниз, сколько можете, вниз. Теряю сознание. Не теряете вы сознание. Реально. Так, шум. Ничего не теряйте, голову вниз. Так. Ну, вдохнули. Ну, что? Ну, что? Карим Яковлевич?
подойдите, пожалуйста. Юноша у меня очень это впечатлительный. Как вы считаете, посмотрите. Ну, это... Наша перья, да, мы, да, уже, да, намылись. Да, холодной водой тракту можно. Да, наверное. Да. Вы поддержите? Да, поддержите, да, или этот, я намочу? Поддержите, пожалуйста. Да, ну, да, все. Все, все, все. Да, холодной водой немножко все рассыпалось. А. Все. Если голова кружится, нечего. Не надо вставать пока. Я уже лицо только. Побила его слегка, а он... Можно на кушеточку и ножки кверху. Да, да, да. Понятно. Так. Все. Голову. Нормально? Да, вроде да, уже. Да, да. Все, вставай. Вроде уже отходит. Не, если не кружится голова. Кружится голова. Ну, это... Давайте так. Ну, сейчас он уже... На кушеточку. Туда пойдем? Да. Ну, в общем, такая история. Уморок. Ну что? Живы? Да, конечно, жив. Мне даже какой-то сон приснился интересный. Что приснилось-то? Что-то интересное было. Что со мной произошло, расскажите. Все было хорошо, беседовал, все разговаривал, все рассказывал. Потом, когда сказал, что немножко стало хуже, я попросила наклонить голову вниз. Да. Тут уже вы произнесли, все, я, кажется, теряю сознание. Ага. Тут я вас наклонила, естественно, в креслице, ага, на шатырь быстренько под нос, височки. На всякий случай пригласила доктора Карима Яхевича. Что он сделал, что я быстренько так проснулся? То же самое, мы продолжали это. Тереть и холодной еще водой лицо протерли. Прекрасно, замечательно, спасибо. Ну, живой. Никогда не видел цвет крови своей. Ну вот, собственно, и все. Сдал. А анализ отнес, зарегистрировал, заплатил за 300 рублей за забор крови и 780 рублей за, собственно, анализ. Через 3 дня будут результаты. Если все будет окей, то через 3 месяца еще раз сдаю, еще раз проделываю ту же самую историю. И если потом как бы тоже все в порядке, то забываем. Скрестили, что называется, пальчики.